Видно мое фото, видно презентацию. Ставим. Хорошо. Всем доброго вечера. Еще, как пишем, дорогие любимые, чтобы нам подкорректировать звук. И тема рода, она очень интересная. О ней можно очень много говорить. Как слышно? Десяточки пошли. Хорошо, замечательно. Очень рада всех приветствовать. И давайте объединимся в общей именно вот семье, в общем, чтобы наши знания, которые вы получите сегодня, применяли, потому что очень важны. Род – источник нашей силы и энергии. Хотя энергию мы черпаем и со всего. Но основа – это род, это наше дерево. Все пошли десяточки, хорошо слышно, замечательно. И напишите, кто с каких городов. Кто с каких городов? Напишите. Немножечко запаздывает чат. Очень рада всех приветствовать. И тема рода, она очень. Париж, Киев. Ура, приветствуем Париж, Киев. И Чебоксары. И еще какой город? Тюмень, была в Тюмени. Лондон. Переславль, Засельский, красиво. Минск, проезжал тоже Минск. Со всех краев мы собрались, со всех. И уникальная возможность вот собраться в комнате, объединиться энергиями и очень много понять. Добрый вечер, Роза. Корни нашей силы, Пенза. Корни нашей силы, да. Казахстан. Люблю очень Казахстан. Кустанай. Кустанай я не была, но Казахстан очень люблю. И очень много Кустанай слышала. Очень много в Казахстане тоже интересного. Очень Казахстан люблю, очень много он дал, много очень. И в Казахстане вот мне очень нравится, вот так как относится именно к старикам народ, очень, очень уважительно я за этим наблюдаю. Во многих это совсем немножко по-другому, Донецк. Именно в Казахстане я вот наблюдала, как девушки молодые, они прямо за бабушками идут, вот за ними прям с уважением, чтобы у Апашки все было хорошо. И они это делают как раз для себя. Вот я, да, Арман, я очень, такие есть. Вот именно такое. И очень приятно это наблюдать в Казахстане. Очень это приятно. Картинку с деревом сейчас. Мне она очень нравится. Она как раз, Мария, соответствует вот этот дом. Вот именно наше дерево, наши корни, потому что род – источник силы. И сегодня я объясню, как мы подрезаем эти корни, как мы каждый именно на те же грабли наступаем, и я через это прошла, как мы отрезаем от этой силы, и мы многие через это проходим, но когда приходит понимание, многие неприятности из-за этих моментов, и это можно исправить. Самое важное, что это можно исправить, когда идет осознание и понимание. Потому что если мы отрезаны от корней, нет подпитки. И сегодня я расскажу, как идет правильная энергия. Как правильно идет энергия по роду. Как именно энергия любви распределяется. Это тоже очень важно. Потому что энергия любви, она делает очень многое. И если мы не дали энергии любви, тогда вот нет той подпитки. Мы не подпитываем друг друга. А род — это мощная сила, это мощная опора. И можно провести диагностику, как у нас по нашим органам, по нашим вот внутренним органам, позвоночник, ноги, руки, где у нас вот именно по роду ситуация сложилась, что мы не так сделали. Я сейчас почувствовала, это дело сейчас тоже исправляю. Замечательно, Мария, замечательно, что начали уже исправлять, очень хорошо. И сегодня мы именно узнаем на нашем вебинаре о иерархии в роду. Именно иерархия, что мы именно получаем из-за маминого рода. И как мы с мамой, если неправильно относимся, перекрываем связь через маму и папу. И тоже как достаточно энергии, как просить, как поддержку взять и многое-многое другое. Так, дочки в России тоже у меня 13 лет.
Она-то только уважает, пожалуй, сумки нести, помогает. Очень хорошо, Вера. Очень хорошо, что воспитываете таких детей. Но очень есть другое совсем, больше много другого отношения. По неправильным относились и немножко другое. Когда выше ставили себя детей, и потом дети именно унижали родителей, бабушек и многое другое. Это тоже есть. Эти перекосы есть, но мы осознаем, понимаем, что это исправлять, потому что нужно именно правильное отношение, чтобы как раз была мощная подпитка. И каждый из вас родился изобильным, удачливым. А из-за неправильных перекосов между нашими родителями, папами, мамой, идут неудачи. Я немножко расскажу о себе для тех, кто впервые. Я вижу, все присоединяются. В целительство я пришла через очень многие неприятности, которые преодолела и очень много поняла. Именно поменяв мировоззрение, раскрылась дорога в целительство и в другие способности. Следует поменять мировоззрение, не то, которое нам заложили. И раскрываются у многих и таланты, когда идет поддержка рода и многое другое. Вы это тоже так же можете. Но следует почистить наше пространство, нашу энергетику, именно наше внутреннее пространство, и поменять именно мировоззрение. То мировоззрение, которое нам вложили с детства. Мы рождаемся, и к нам вкладывают мировоззрение. Совсем не то, которое отвечает реальности. Оно другое. Оно не совсем не похоже на то, что происходит. И если мы копируем кого-то в детстве, кто поставит плюсики, что мы с детства подражаем своим близким, поставьте плюсики. Мы подражаем в детстве близким и получаем на другое. Мы копируем своих родителей, мы копируем наших близких, мы учителей, мы это делаем. Не знаю, мы просто учимся. Ребенок рождается, я благодарю, Роман. Ребенок рождается маленький, он познает мир, и он всех копирует. Он не знает, как все, он просто копирует и действует, как все. И вот много таких шаблонов, вот мировоззрение вкладывается за нас очень много. Он копирует и потом совершает ошибки. Через какой-то уже потом опыт идет, осознание их можно поменять. Потому что в каждом вот есть вот та крупиночка Творца. Она раскрывается через любовь к себе, через понимание, именно исправление мировоззрения. Когда у нас пришли неприятности, болезни, какие-то по работе или что-то, они нам даны на самом деле каждому во благо. Если у нас не будет неприятностей, мы не исправим ситуацию. Если не придет, когда вот нам дают сигналы, знаки, Вселенная, род, и человек просто их не всегда слышит. Кто-то видит сны, кто-то... И чтобы мы начали исправлять, дают уже болезни. Когда мы отошли от нашего истинного пути. И вот пройдя через много, родились уникальные курсы, которые помогают людям. И они, в чем у этих уникальных авторских курсов, которые создаются, что они происходят вместе с энергиями космоэнергетики, матрица Творца, энергии высших сил, энергии Божественного Света. Когда в этом процессе вместе с медитацией идет осознание, прощение, и вот энергии света помогает, когда человек прощает, он выбивает из тела вот те блоки, которые мы накопили с детства, то мировоззрение, и туда вот новое, позитивное ставится. Святое место пусто не будет и заполняется Божественным светом. Каждый из вас творит новую реальность. И нам следует именно прочищать наши каналы, которые у нас есть в энерготелах. Их очень много. И каналы, и меридианы очень много. Сейчас сменилась картиночка. Поставьте пятерочку. Я показываю, как идут именно потоки космоэнергетики сверху на каждого. Вот на каждого уже сейчас. Сейчас я усилю поток, безусловно, любви, вы ее почувствуете. Сверху идет отдельный поток в вашу комнату, на каждого абсолютно. Светлый поток именно безусловной любви. Очень много не додали любви. Я потом расскажу Марии про маму чуть-чуть попозже. Ее не надо понимать, там по-другому Мария.
немножко просто по-другому и стараться нейтрально. Вот сейчас чувствуете, кто почувствовал поток энергии? Вот кто почувствовал сейчас поток энергии любви? Поставьте, почувствовала Лена, еще кто почувствовал. Можно ладошки поставить. Вот просто примите этот поток безумной любви. Я сейчас к экрану ладошки поднесла. Угу. Арман, молодец, хорошо. И сверху идет поток безусловной любви. Пропитайтесь вот той чистой безусловной любви. Ту, которую вот, безусловную любовь нам принес, когда пришел на землю Иисус, хотя немножко исказили то, что он приходил, именно немножко в другой сторону. Он приходил и учил людей безусловной любви. Вот той безусловной принимать себя и других внутри. И потом мы меняем реальность. Вот пропитывайтесь этой безусловной любовью. Вот именно простой безусловной любовью, которая меняет абсолютно все. И когда проходит энергия космоэнергетики, матрица Творца, она очищает наше пространство, меридианы, когда мы расслабляемся и даем этой энергии пройти. У каждого реакция разная. Может быть холодок, может быть зевота, когда идет именно энергия. Именно энергия безусловная. Эта энергия спасает очень многим жизни. И многое, когда мы вот именно раскрываемся и даем ей пройти, она идет только на благо. Она несет только благо, именно насколько мы можем ее вот именно через себя пропустить. Голова гудит, там уходит сейчас. Мария очень хорошо уходит. Она наполняется вот именно божественным светом. Маме нужно, Марии, просто относиться, не осуждать. Ее жизнь – это ее, вам нейтрально. Просто не осуждать, а отправлять ей именно просто безусловную любовь. Никак не осуждать. Это другая немножко тема, что у вас происходит с мамой. Когда вы ее осуждаете, что-то идет, то вы именно на себя очень много несете негатива. И сейчас следует приготовить свечу. Следует, чтобы свеча горела. Свеча очень сильный трансформатор. Она трансформирует ту негативную энергию, которая будет из вас выходить. И также вода. Принесите, пожалуйста, поставьте плюсики, кто приготовил воду до 2 литров. Вода, чтобы, следует, чтобы она стояла вот в экран, возле экрана полметра, вот полметра. Пластики в баночке, 2 литра примерно, можно и больше. Она поменяет структуру, она будет другой. Она станет живой, структурированной. Она, вода заряжена этими уникальными энергиями. Она вот именно знает, где у вас что болит в органе. И она будет наполнять, исцелять. Единственный минус этой воды, можно, минеральную нет, лучше она другая. Вот пропущена через спирт Ава. Вода просто пропущена. Она в конце вебинара сами на вкус поменяйте, скажите, какая она вкусом. Она структуру поменяет, ту, что вы набрали, просто через фильтр, не кипяченую, вот просто обычную воду, чтобы она просто стояла. Ее можно, она становится вот как ближе к святой, немножко другая, как живая, ее можно разбавлять, как мы разбавляем. Но вода, она впитывает все. Если эту воду немножко убрать, если в этой комнате будете ругаться, вы ее потом сами засудите, если вот что-то сказали, она тебе вода очень сильно впитывает отрицательную информацию. Но вот эта вода, она живая. Если что-то болит, колено, локоть болит, волосы выпадают, можно брать, делать примочки этой водой. Она уникальная, живая. Она вот становится структурированной, живой. Так и на энергии высшего разума воздействует на воду. Точно так же энергия воздействует на наши энерготела, биополя. Она и становится с минуса на плюс. Почему одни люди позитивные, а другие негативные? Позитивные у них все хорошо, у них аура, сознание вот, крутится по часовой стрелке. Они в радости, везде у них удача идет. Если где-то что-то у нас неправильно произошло, аура крутится с минусом и вот именно водой и осознанием можно поменять то, что им происходит в нашем пространстве. И именно осознанием, потому что род – это вот мощное дерево. Вот именно мощное дерево, и очень много у нас 7 поколений рода, с которым мы работаем, это земные. Именно земные 7 поколений, а 7 поколений, они
работают автоматически небесные. И вот небесные семь поколений земных тоже, когда прорабатываешь род, приходят старейшины рода. И они как раз тоже очень сильно помогают. И род – это уникальное просто то, что нам дает вот именно энергию сильную, потому что мы все живем и родились по крови, вот по отцу и матери мы принадлежим к этому роду. Отец и матери, мы вот вместе с ними сошлись, через маму родились, вот именно трое, да, вот вы и мама, это вы первый, то мама, папа, а потом уже вот это триединство, оно у нас внутри. Живы с нами мама, далеко, вот даже бывает папа не воспитывал, мама не воспитывает, они все равно есть в подсознании. И наше счастье, вот именно наша судьба зависит от нашего правильного отношения к ним. Вот именно сила, родовая энергия, как она проходит через нас. Вот это очень мощная сила, она зависит напрямую от нашего именно доброжелательного отношения ко всем родственникам, несмотря на тех, кто как вот именно между собой относится, стараться именно хорошо относиться, не зацепляться за негативные мысли, формы и не осуждать, тем более родителей. Если такое повторяется, то, возможно, этот дисбаланс был и в роду у бабушек и дедушек. Вот именно как писала об этом. Имя сейчас уже забыла, как писала девушка, что именно с мамой это дисбаланс тут. И вот важно не думать вообще даже не только о родителе, а не о другом человеке плохо. Любую свечу Алла зажигайте, любую. Главное, чтобы был огонь. Огонь очень сильный трансформатор. Помните, в старину всегда мы где-то вот в детстве сидели возле костра, нам хорошо, возле камина комфортно сидеть. Когда мы сидим возле огня, огонь забирает из нас, он очищает вот эту энергию, вот то, что у нас внутри накопилось, какие-то разочарования, вот те деструктивные энергии. И вот когда мы плохо думаем о ком-то, а если говорим, мы берем на себя вот критикой ту негативную карму этих людей. Вот тот груз мешочков мы берем себе, а нашу положительную отдаем. Когда вот это идет осознание, что лучше не как бы перестать осуждать, стараться не видеть в людях плохое, видеть, замечать, но этому не делать. Вот этому не делать другого внутри, потому что внутри от каждого из нас зависит, как будет дальше отношение. Если мы будем больше на негатива, то мы больше его и взращиваем, и оно лучше, и наши благие дела, они уходят именно туда. Вот именно туда, куда не следует, а энергия, она у нас из-за всего происходит, из наших мыслей, из наших чувств везде, и энергии ее везде много. Она как раз дает силу и рода, и изобилие много. Как мы эту энергию используем на день? На день каждого дана энергия. И мы все рождаемся у мамы и папы и хотим счастливую семью. И наши мамы и папы, когда мы родились, они тоже были счастливы и рады нас. Но вот потом сложилось так, что многие моменты, когда получаются неприятности, мы как раз это взяли от общества, у других скопировали, когда мы плохо относимся к нашим родителям, когда вот мы по-другому начинаем к маме относиться. Это вот бывает у всех по-разному, но в юношеский период, когда начинают девочки или мальчики стать выше мамы и папы. И как вот выше где-то маму учить жизни, обижаться за какие-то поступки. Это вот как раз многое мы просто копируем по-другому. У кого-то послушали, что кто-то говорит плохо. И вот именно наше плохое отношение к маме влияет на нашу уверенность в себе. Входят, я расскажу, входят другие родственники, иерархии, буду рассказывать. Вот очень сильно влияет на
уверенность к себе, по отношению к мужчинам, уверенность мужчины к женщинам очень сильно. Если мы вот начинаем принимать такую, какая она есть, мама, вот просто, они входят в другом родственнике, в дерево мама, папа, то по-другому. Вот если мы начинаем осознавать, что мир начинается из нас, от нашего отношения, когда меняем мировоззрение, начинаем по-другому мыслить, принимаем маму, прощаем, и у нас вот убираются жизненные трудности, отношение с мамой, оно как раз открывает семью, очень хорошую семью, где мужчина заботится о женщине, и дети, вот самое важное, что дети рождаются в здравии, без болезней, а раскрывается финансовый поток. Точно так же касается вот этого, то, что и меньше трудностей, и Вселенная, род помогает этой семье, потому что в род вот эта сила, все хотят, чтобы вы были успешны, чтобы род продвигался и многое-многое. И мы как раз обидами на маму перекрываем, вот первым, мы отрезаем ту связь с родом. Точно так же отношение именно с папой. Если мы его учим жить, если мы на него обижаемся, критикуем, не понимаем, не принимаем, бывает, отца вообще не принимают, ситуации по позвоночникам. Если у кого-то есть сколиоз, что-то с позвоночниками, это как раз касается все папа. И отношение с отцом влияет как раз на вот именно сексуальную энергию. Она, вот именно сексуальная вот эта вот энергия, харизмы, многое другое. Если у нас нет вот именно уважения к отцу, мы учим жить, обижаемся, мы перекрываем вот эту харизму. И как раз по позвоночнику открывается успех, финансовые потоки, умение вот именно действовать и быть успешным, достигать очень легко многие процессы. Вот раскрывается много возможностей, именно когда у нас позвоночник очень хорошо идет энергия через позвоночник. Ведь именно мама, когда мы к маме уважаем, у нас идет хорошая связь с матушкой землей. А с отцом — это как раз творец, создатель всего сущного, потому что мы принадлежим и роду, и земле, и всей Вселенной. И чем лучше у нас именно созидательная наша энергия, тем больше идет как раз и роду, и многие моменты вот на удачу. Чем больше от нас вот именно та созидательная энергия, та, которая идет на здравие нам. А вот там понятно, вот именно энергия, она для созидания. Она как раз относится больше к нам. Многие еще моменты есть по жизни, когда люди начинают заниматься самопроклятием. Многие моменты еще просто нет и сами. Поклон надо делать папу, маму. Надо делать, есть техника поклонов. Есть техника поклонов, ее можно делать. Можно и папу, и маму. Можно и нужно делать поклоны, потому что поклоны они дают у нас на почках, именно на почках, родовые каналы. Вот именно родовые каналы на почках стоят. Когда мы делаем поклоны уважительно маме и папе, можно по-разному, кто как, то 40 раз, то 21, но желательно 40 дней, то до 3 месяца. И вот когда мы делаем поклоны, вот этот родовой канал, он более расширяется и восстанавливается связь. Мы как раз этими поклонами даем уважение родителям, именно уважением родителям. Потому что родясь в этом роду, мы не случайно пришли в этот род. Мы пришли, чтобы работать над собой, вырасти и стать мудрее. Вот мудрость в том, чтобы перестать вот заниматься склоками, низко вот ругаться, а быть мудрее — это со стороны посмотреть на ситуацию и решить ее друг по-другому, поменять наши отношения с ним, поменять мировоззрение и почистить пространство наше.
Не обязательно низко кланяться, не обязательно, Мария. По-разному. Вот самое важное внутреннее состояние, то, как мы делаем поклон, а внутреннее, чтобы внутри было в этом поклоне уважение. Кто-то на колени, кто-то как. А вот именно можно один раз поклониться, но с уважением так, а можно и просто сделать несколько раз, оно по-другому. Обычно сначала вот идут Мария, маме сначала идут поклоны, потому что мама из папы, вот от мамы идет именно жизнь. Хотя они вместе тоже. Почему-то сначала идут маме, именно маме. Вот род очень заинтересован, чтобы вы как раз разрешили задачи рода, разрешили. Разрешили задачи вот именно души. И когда вы меняете ситуацию, решаются задачи рода, у вас сильнее идет именно поток рода. Можно 40 раз, 40 дней и маме, и папе. Желательно утром зажечь свечу, попросить благословения, прочитать молитву, любую короткую молитву, и потом уже поклон маме, поклон папе. И желать делать 40 дней. Кто-то делает на 3 месяцах. Ситуация меняется. У каждого разная именно ситуация бывает в роду. По-разному. Если у нас вот ноги, первая чакра, как это тоже уже нам сигналит, что это род. Это нам нет именно где-то пути. И какая часть еще тела? Вот какая часть еще нашего тела? Бывают ноги, почки, руки по-разному. Зависит, какая часть нашего тела болит, и от этого зависит тоже правая, левая нога. Отвечает, например, правая нога у кого-то болит, это как раз по мужской линии. А левая — это женская. Это бывает, нам род стучится, такие моменты, что мы ударяем ногу, либо спотыкаемся ногу, нам уже рот стучится, чтобы что-то вот маленькие такие сигналы, что вы сделали что-то не так. Остановиться следует, задумать, где мы что-то не так, и поблагодарить, именно поблагодарить. Когда вот мы начинаем это делать, наше останавливает этот поток, когда мы благодарим рот, идет поток любви. Поток по-другому, когда от нас уже нет осуждения, и мы берем энергию, энергию как раз из рода. Есть родовые законы. Каждый из нас на свет попался из мамы и папы. И для этого сотворения была энергия двоих. Вот эта энергия, которая как раз, она тоже идет с нашей предки. Вот эта мощная энергия, она в единую систему, в род, она в каждом вот нашей крупинке, в крови, идут как раз в частички каждого члена рода, и мы на кого-то похожи. И вот и через кровь передаются заболевания рода, если где-то как раз что-то не проработали. Если с кровью что-то есть, то это как раз по роду. Многие какие-то были ошибки, не поступки, не те. Но когда мы их не осуждаем, то как раз вот благодарим и внимание не на болезни, а по-другому меняем мировоззрение. Благодарим, и исцеляется болезнь. Врожденные идут с детства, бывает, да, болезни. Сахарный диабет, многое другое. Болезни ног, рук, это тоже врожденные. Бывает, когда человек пришел отработать, но не виня то, что кто-то именно это сделал, а мы это просто вот по-другому. Отработать медитацией, благодарностью и трансформировать ту ситуацию. Вот именно в курсе очищения рода и других родовых задач мы это делаем, прорабатываем. Правая лопатка болит после возвращения в девичью фамилию. Это не принял род еще, просто нет поддержки. Мария, очень хорошо. Хороший очень вариант, когда возвращение идет в девичью фамилию. Это очень хорошо. Ваш род, вас просто неправильная ситуация, вы неправильно понимаете. Когда после развода девушка может вернуться на свою девичью фамилию, тогда легче уже. Она уже не несет ответственность за тот род. Это очень хороший вариант. Это вы где-то не простили. Вы просто где-то не простили и не отпустили сами.
Это у вас просто следует простить, отпустить. Это один из вариантов, чтобы облегчить судьбу, если после развода. Если девушка долго, вот именно на фамилии мужа, она несет этот род тоже. Фамилия, она дает как раз принадлежность роду. И любые интимные отношения были бы не раз или когда-то тоже пойдет родовые задачи. Идут родовые задачи, тоже включается. Раньше к этому просто знали и относились более вот именно строго, потому что все это перемешивается, вот эти крупицы крови и многое-многое другое. И очень часто женщина, она чистит род мужчины. Вот здесь все очень связано. А обмена фамилии — это очень хорошо. Мы связаны вот именно через наших родителей. Когда мы прощаем родителей своих, принимаем у себя внутри, попросили прощения, приняли их. И вот эти законы, мы тогда к этому роду, у нас идет сильная связь с нашими бабушками, прадедушками, идет уже поддержка, вот сильное влияние. И если кто-то у нас вошел в род по системе рода, уже рожден, то здесь же в системе рода идут и абортированные дети, и выкидыши, и рано умершие. Они все как раз в системе рода есть. И даже те, вот о том я говорила, что все партнеры, именно которые были половые, тоже через интимную связь, они тоже входят в систему рода. Все это очень ответственно. Бывшие мужья и жены тоже. Если вот вы поменяли фамилию Мария, то вы уже к этой системе рода не относитесь. Но есть еще приоритеты, когда, например, по родовой системе законы соблюдаются. И всегда вот первая семья найдет на первом месте по закону именно рода, о принадлежности в род. Кто вошел первый в род, тот именно вот идет старше. Вот здесь вот это уважение к роду. Кто первый? И первая жена навсегда старше. Вот это понятно? Также есть законы замещения. Если по роду какая-то ситуация не отработана, и об этом не говорят в роду, просто скрывают, то это идет именно, может повтор быть, то сын из, или внук, он будет решать это, вот эта иерархия. Вот благодарю, Ольга. Когда вы после развода... Чище род не надо чистить, надо, нужно, если вы не вышли замуж, поменяйте фамилию на девичью, вам станет легче. Вы просто несете, если вы остались на фамилии мужа, вы несете род мужа все равно. Если вы вернетесь на девичью, все нормально. Вы вернетесь, причем здесь племянники и внуки? Вы и ваша мама, и папа, племянники и внуки к вам не имеют отношения вообще, Мария. Они просто рядом с вами. Они как раз идут отношения ваши племянники к вашим сестрам, вашим братьям. А здесь идет в роду вы, ваша мама и папа, бабушки, дедушки. Вот именно так. Ситуация про фамилию, чтобы облегчить тот момент, когда, например, вы расстались с мужем, и очень плохое у вас отношение. Оттуда идет негатив. Вот тут поменяется фамилия. Если хорошие отношения, если род вас уважает, можно оставаться и долго на этой фамилии мужа. Разные ситуации есть. Все нужно смотреть именно по ситуации. И вот в системе иерархии рода, то, что мы нарушаем, не уважая родителей, именно родители имеют преимущество перед детьми. Мы уже уважение родителей. Вот мы идем, старшие братья тоже имеют преимущество перед младшими, имея уважение. Бывшие жены имеют преимущество перед тем, кто пришел вдруг позже. Новая семья, она приоритет имеет, именно новая семья идет большой, чем предыдущая. Вот тут в семье. Но в семье очень важно уважать родителей, уважать и бывшую жену, и заботиться о первых детях. Все равно нужно вот это все. И в роду энергия, вот именно любви, она течет от предков к потомкам.
Почему у нас не складываются семьи и очень много ошибок? Потому что всю энергию любви, когда вы вышли замуж, сейчас вы все почувствуете и узнаете свою ошибку. Мужчины и женщины следует направлять на своих детей, а не на родителей. Родителей уважать, а в основном энергии любви для на своих детей. А родители направляют к вам. Вот просто энергия любви, она так течет. Об этом понятно? Поставьте плюсики. Энергия любви на своих детей, на себя, а родителям уважение, а родители вам направляют энергию любви. Когда женщина становится мамой и мужчина становится отцом, если она направляет энергию любви на родителей, то детям не хватает материнской энергии. Вот больше, чем братья. 16 братьев. Убежала про 16 братьев. Тогда вот именно нет энергии, и проблемы в отношениях создаются между детьми. Между детьми. Вот задача наша научить детей именно уважать. Если дедушки направляют любовь на внуков, то детям не дают. Ну так бывает, да. И так бывает, нужно именно на детей, а родители дальше, вот по цепочке. Об этом же никто не говорил. Многие это не знали, Мария. Многие. Не перекладывать другое. И важно еще в энергии любви. Когда мы не относимся не в гармонии, важно правильно отдавать, вот соблюдать энергии любви, чтобы не было перекосов. Вот здесь уже... Когда мы научимся именно правильно, когда женщина и мужчина стал именно папой, он энергию дает любви жене, детям, не родителям. Вот здесь перекосы, когда родители ставят между, и тогда семьи рушатся. А задача именно правильно отдавать любви. И любовь, важный баланс любви, об этом мало кто говорил, чтобы отдавать и брать энергию любви. Есть перекосы. Когда человек очень много отдает, является палочкой, выручалочкой, у него просят, он дает и дает, и у него в какой-то момент он чувствует истощение. Было это у вас? Поставьте плюсики. У многих такое было. Чувствуется очень сильное истощение. Есть такое? Поставьте плюсики. Когда вы очень много, как донор, отдаете любви. И потом у вас заканчивается энергия, и кто-то от вас больше требует, становится вот такой момент, когда вам уже не хочется делать и хочется уйти. Вот важно учиться и договариваться, чтобы как раз эти люди, я благодарю за плюсики, я благодарю, я тоже такой раньше была. Вы не можете, значит, именно брать, вы можете только давать. Учиться брать. Насколько вы можете принимать подарки? Нужно баланс, чтобы именно брать и отдавать. Брать и отдавать. Можно по-разному, есть благодарность. Потому что горькое за разочарование, непонимание, когда мы даем, оно как раз ведет другую. Очень учиться брать. Когда мы сильно много даем, это относится семейных отношений всего, у нас... Такое ощущение накладывается сознательно, бессознательно наших близких, наших любимых, мужа, жену, и чувство, когда тот человек другой становится должником у нас, когда мы не берем. И может тогда вот расставание вот из-за этого момента. Вот он становится должником, когда мы не берем просто. Надо учиться вот этому балансу, брать и отдавать. Ведь поэтому часто имена уходят либо женщины, либо мужчины, многие. Вот когда возрос, очень сильный рост, вот это вот перед одним и другим супругом, также перед родителями, умение вот это вот. Но есть и другая крайность, когда человек другой только берет. Это вот другая крайность, которая и семейных отношений везде. Это тоже. Все это нужно обговаривать и договариваться. Но учиться, чтобы вот этот баланс был.
Именно баланс был. Если один вам делал что-то хорошее, нужно сразу поблагодарить, сделать какой-то комплимент, что-то еще. Если, например, муж купил вам серьги, вы ему что-то приготовьте, либо вместе что-то сделайте, чтобы не было этого баланса, вот он его знает. Когда вам что-то сделали вот хорошее, приятное в супружестве и где-то вот отдать чуть больше, вот равноценное, отдать, похвалить что-то больше, и тогда вот эта равноценность выравнивается. Но этому всему в роду нас много раньше не учили. Когда мы именно начинаем выравнивать и хвалить, это становится больше. Когда мы радуемся каждому моменту, и проблемы уходят. Либо другое наоборот, оно наоборот, когда человек накопил в себе вот эти негативные, и наши ситуации, проблемы, она как нежный ком. Это же правило, оно существует, когда мы относимся и в обществе, и везде, вот даже когда где вы на предприятиях работаете, точно так же. Вот этот баланс любви. Он очень важен для всего. И когда мы проходим, осознаем, очень много меняется. На уникальном этом курсе энергочистка вот очень много есть того, чтобы как раз правильно восстановить эту энергию. Есть и многие-многие моменты. Есть у кого вопросы, дорогие любимые, или будем делать медитацию по прощению? То вот есть очень много разных техник, чтобы простить родителей. Вот. Есть люди не согласны, что нужно прощать, когда много очень бывало накоплено обид. У каждого разные. Есть очень много техник всевозможных. Но следует вот именно себя прощать внутри, для себя любимых. Просто простить ситуацию и отпустить. Не зацепляться именно на чувство вины. Именно чувство вины, оно нас ведет в никуда, потому что вступают как раз разрушительные эмоции, вот то, что и многое-многое другое, они нас и разрушают. И потом человек зацепляется и самопроклятие много-много, либо потом, когда вот этот баланс нарушен, брать и отдавать тоже. Родители за этого момента ждут благодарности, когда многое вложили, и идет перекос, когда начинает именно проклинать тоже своих детей, когда они не получили благодарности. Это тоже бывает. Либо наоборот. Но эти все моменты, все это можно предотвратить. Есть, дорогие любимые, вопросы? Есть вопросы? Все это можно убрать. А как именно понять, достаточно ли у вас именно энергии, поддержки, сил? Если мы успешны, и интуиция у нас очень хорошо, как раз интуиция, она как нам дает сны, бывает от предков, именно сны, вещи, они, и всегда нас именно старейшина рода предупреждает о какой-то ситуации. Во сне интуиция следует идти, не идти, чтобы вам вот внутри, самый важный ваш советчик — это внутри. Именно ваша внутренняя ситуация, когда вы внутри задаете вопрос. Поддержка идет изнутри, когда вот именно мощная родовая сила энергии. Есть вопросы? Задаем вопросы, дорогие любимые. Задаем про родителей и многие. Задаем. Мы меняем, вот когда наш род, у нас жизнь становится изобильна, безгранична. Потому что с родом мы единое целое, со Вселенной единое целое. На Матушке Земле очень много родов. Они когда объединяются вот в общий такой круг, и оно меняется, ситуацию. Интуиция очень хорошая. Успех оборвался, 28 лет не возвращается пока. Угу. Внутри нужно. Нужно проработать ту ситуацию, какая к этому моменту была у вас, Мария. Стресс какой был, опыт работы, с мамой непонимание, что это значит. Обиды нужно. Если у меня нет обид, а в отношении с родителями. Если обид, значит, где-то нужно посмотреть повтор ситуации у вас, Алла. Такое же отношение было между мамами и бабушками.
Самое важное, вот внутри, как у вас отношение к родителям, внутри. Когда у нас меняется внутри, а потом идет снаружи, когда мы меняем мировоззрение внутри, потому что каждый внутри ваш источник. Каждый внутри. И у нас чаще всего еще система, что мы не понимаем родителей, тоже многое делает моменты, что мы просто не понимаем родителей. У родителей другое мировоззрение, у нас немножко другое. Но когда мы вот уважаем родителей, очень хорошо. О них, и даже если их Алла нет, они все равно рядом. Жалость не надо испытывать. Не надо. Вот жалость, она как раз, тогда мы их идем опека. Тогда мы им становимся родителями. Вот тут он момент. У них свой опыт. Мы просто их любим и принимаем такие, как есть. Принимаем их ошибки, не осуждаем. Просто принимаем. У них такое сложилось мировоззрение. Нужно работать над собой. Хорошо, Вера, хорошо. Но в любой момент родители, они могут прийти и поддержать, в любой момент. Мы все всегда связаны с родителями, с детьми внутри. Еще у кого какие вопросы? По болезням, по внутренним вашим, вот именно. Если интересно, у кого какое заболевание бывает по роду. Они именно разные. То, что начинается вот именно с ногами, костная система, аллергия. Аллергия больше всего из-за неправильного питания. Аллергия есть родовая, но неправильное питание. Когда мы очень много едим именно вареной пищи, не едим салатов, вот туда. Аллергия из-за того, что кишечник сильно забит вареной пищей. И очистить его надо. Кровообращение – это вот уже идет как раз родовые. Родовые. Все, что связано с кровью, это все родовое нарушение. Вот именно поток нарушений. Правый надпочечник. Как раз с мужчинами у вас правый надпочечник. Близорукость – это как раз нет. Вот что-то мама сына не видит, он уже вам показывает, что вы не видите ситуацию свою. Это повтор как раз родовых рак. Но можно здесь, вот онкология на 50 на 50 идет от того, что наше неправильное отношение к пище и неправильное отношение к пище. Как можно, вот онкология, она и больше идет из-за паразитов. Посмотреть нужно как раз и паразитическую программу, потому что это паразиты внутри, тоже неправильное питание, очень много вареной пищи. Когда у нас больше именно сырых, вот салатов больше, не вареных салатов, а сырых, чтобы хорошо пристали, как кишечник работал. И паразиты, они в организме, онкология, рак, они именно из-за молочных продуктов больше всего. Из Денера. Этот, по-моему, родовая тоже проблема. Но пришлось так этот, отпустите, примите, ну дайте вот именно любовь. У нашим мамам, они не могли любить вообще. Вот моя мама тоже не давала любви, она не знала, как любить. Но у нее был больше как страх за нас. Она как могла, понимала, но заботилась. И вот когда мы понимаем вот этот уровень любви безусловный, мы просто принимаем себя, а потом уже дальше. Гепатит – это связано как раз с печенью. Это питание, Арман, это питание. Именно много вареной вот этой пищи. Сейчас очень много у нас как раз из-за того, что мы очень много вареной пищи едим от этого. Для здоровья лучше включить в рацион и больше вот именно салатов. И если салаты, то лучше всего их тоже вымачивать водой, потому что есть химия, которая очень много. Идут.
Заложенность носа, Нина, это как раз идут много обид. То, что связано с носом, и когда мы начинаем энергиями заниматься, медитацией, идет насморк. Это очищение лимфосистемы и уходят обиды. Ставим плюсики. Давайте сделаем медитацию, объединимся с родителем. Именно вот пообщаемся, обнимем наших родителей, почувствуем любовь с нашими родителями. Хорошо. Делаем вдох и выдох. Я благодарна за ваши плюсики. Делаем вдох и выдох. Руки и ноги не перекрещены. Кто закрывает глазки, кто открыты, вот кому как удобно медитация. Вдох и выдох. И поблагодарим Землю-Матушку. Поблагодарим Землю-Матушку. И сознание внутрь глубь Земли. Опускаемся в ядро Земли. И оттуда черпаем энергию Земли. Вдох, она проходит через позвоночник, вверх, выдох, космос, из космоса энергии. И выдох, землю. Благодарим. И как можно больше расслабления. Благодарим, благодарим. Благодарим наш род, благодарим Творца. Делаем вдох и выдох. И внимание внутри нашего тела, сердечной чакры. И сейчас постарайтесь вот именно свой ум, все наше внимание, свой ум сосредоточить в сердце. Прям прочувствуйте, как ваш ум, вот часть мозга полностью опускается в сердце, все внимание ваше в сердце. И позовем душу нашу, и дух, не все рядом. И еще больше внимания на сердце. И вот в этом моменте попросите прощения у себя, самих себя, простите самих себя за то, что за чувство вины, обиды, многие моменты, что вы не наполняли свою душу любовью, той безусловной любовью. Почувствуйте, как поток безусловной любви стал наполнять ваше пространство. Побудьте в этом. Первое для Вселенной вы и ваше гармоничное отношение, ваша связь с этим триединством духа, душой, тела. И теперь слева и справа, с левой стороны стоят ваша мама и папа. Поблагодарите, что они дали вам жизнь. От чистого сердца просто поблагодарите. Обнимите их и почувствуйте их любовь. Примите их любовь. Почувствуйте радость, наполнение. Замечательно. Очень хорошо. Почувствуйте любовь бабушек, дедушек, срод, маминых, папиных. Почувствуйте любовь, примите и поблагодарите. Поблагодарите. Поблагодарите родителей, бабушек, дедушек. У каждого свой процесс, живота. Очень хорошо. Замечательно. Открываем глазки, процесс идет. И пишем, у кого что происходит. Мы запустили вот сейчас процесс с родителями, бабушками и дедушками. Три поколения. Вы — это верхушечка. Ваши мамы, папы, дедушки, бабушки, они прям протянули руки, тоже мурашки. Немного будет изнутри хорошо. Пусть выходит. Плачь, Елена, замечательно. Что-то выходит, Арман, очень хорошо. Пусть выходит. Зевота, идет трансформация во всех энерготелах. Хорошо, когда слезы, Рима, эта вот часть души чистится, потому что вы душу не наполняли любовью. Первое – это вот вы, когда мы себя забываем, на глаза слезинки, умиротворение, доверие, молодец. Энергия по позвоночнику идет очень хорошо, связь с отцом очень хорошо. Но мы сразу и
чтобы пошла хорошо энергия, пропустили вот именно поток матушки Земли, чтобы вы хорошо почувствовали энергию. Я эту технику тоже использую очень часто. Чихнула, когда встали родители, очень почувствовала маму Райлина. Замечательно. Она. Мы вот сейчас общаемся на уровне души с божественной частью родителей. Именно с божественной, чистой, божественной частью родителей, без эгоизма. Вот на тонком плане вы сейчас пообщались именно со своими родителями. И на тонком плане пошли вот многие моменты вот соединения. Меняется ситуация. Когда мы это делаем чаще, делаем, то это идет больше ситуация. Очень хорошо, у кого холод, мороз, это пошел процесс, вот именно процесс запустился. И когда мы осознаем, относимся к уважениям и не осуждаем никого, ни себя, у нас ситуация меняется. А если мы хотим исцелить свое тело, мы тоже так же работаем со своим телом. Меняем ситуацию. Мы с любовью наполняем каждую клеточку тела. И оно тоже меняется. Но когда мы прорабатываем именно родовые задачи, те, которые у нас стоят по судьбе где-то, и работая вот на курсе «Чистка рода», родовые программы, то это меняется. Тепло во всем теле, плакать хочется, нужно плакать. Отношения сложные, тяжелый характер нашли ему оправдание, но не осуждать. Не надо оправдывать никого, просто принимать. Просто принимать, не надо никого оправдывать. И самим никогда не оправдываться. Мы поступили, так и поступили. Вот отпускай папу. Он ушел, уже все. Просто так жизнь. Так жизнь. Каждый в свое время уходит. Просто вот спокойно вот научиться вот этому. Холод по спине очень хорошо, а линия уходит негатив очень хорошо. На курсе очень много проработок, очень много, которые восстанавливают связь с родителем, и ситуация меняется. И как раз в подарок идет тренинг. Матерь Духи, там подарком идет. Есть у кого вопросы еще, ощущения? Мы сейчас через несколько минуточек начнем сеанс. Вот уникальный сеанс, который очищает энергетически. Когда вот на сеансе глаза закрыты, расслаблены, и вы тоже внутри попросили прощения за свои ошибки, себя простили, идет изменение ситуации. Когда мы меняем, потому что из-за обид у нас начинают всевозможные болезни. Это обижаемся не мы, но наше эго. И обиды мы создаем энергоструктуры, которые забирают у нас энергию. Идет мощная трансформация. На курсе очень интересная энергочистка рода, она очень интересна. Есть у кого вопросы? Есть, дорогие любимые, у кого еще вопросы? Или идет очень мощная еще трансформация. Иногда после вот медитации, сеансов хочется такое состояние, хочется спать. Поставьте плюсик, у кого такой есть сейчас процесс. Вот хочется спать, расслабление. Поставьте, напишите. Это именно эффект очищения. Когда мы болеем, благодарю, засыпаю. Когда мы болеем, идет выздоровление. Я сейчас расскажу. Когда мы болеем, идет выздоровление, тогда мы засыпаем, идет восстановление. Также это идет возле сеансов. И когда вы вот этот курс приобретете, посмотрите, и вот расслабление есть. Угу. Полгода назад что-то защемили, увидел голова, делал круговые движения. Очень хорошо, что голова круговые движения делает. Как раз идет очищение. У нас шея отвечает за родителей. За родителей. Можно дома открыть и работает сеанс и смотреть, очищаться. Раньше люди ходили, доехать нужно, потом воду нести, а сейчас можно в любой момент. У вас есть время, полчаса и много. Лопатка чешется, Арман, какая? Там идет как раз левая, правая, мужская и женская. Все, что связано с сердечным центром, это наши мужчины и женщины. Сердце обили на мужчин и женщин.
у мужчин на женщин, а лопатка какая-то, вот это мужчина у вас, лопатка правая мужчина, какая-то обида на мужчину идет. Хорошо, что чешется, там как раз отсоединение пошло у вас. Видимо, какая-то была обида с отцом. Финансы, они идут, когда мы вот благодарим род, и проработав род, идет у нас поток хороший родовой, и мы внутри знаем, куда идти, нам род подсказывает, чтобы мы были успешны. У каждого в роду есть люди, которые успешны. Но у нас, если нет энергии, то денег не будет. Нужно вот именно прокачивать энергию, очищать энергетически, делать упражнения, прокачивать энергию. Если нет энергии, вот усталость, то не будет как раз вот именно денег, потому что все состоит из энергии. Если где-то в роду есть вот этот перекос, то он идет. Но абсолютно правильное отношение к маме и папе они идут. А вот связь с позвоночником, вот именно отец, оно больше дает возможности, можно несколько деятельностей заниматься и время успевать, и легко. А когда нету сил, вот энергии, она уходит. Чаще всего энергия уходит на пустые разговоры, на многое другое, на осуждение, на сравнивая себя с кем-то. А у каждого есть уникальная сила. Когда мы делали эту медитацию с вами, мы включали вашу силу, когда вы просили внутри прощения. Это колени, это ее вот то, что колени. Там, и вот именно родовые задачи, Ольга, колени. И они там, родовые задачи, есть именно часть гордыни. Можно облегчить колени, вот заряженные нашей водой. Но это как раз род идет, колени. Когда вот люди делают практику преклонения на колени больше, то лучше. Это именно повтор сценария. Когда вы проработаете родовую чистку, то это уходит. 10 уникальных курсов, которые дают возможность как раз медитацию сделать и отдельно. Бывает медитацию сразу делать, то в курс, и зарядить воду, и оздоравливаться, не выходя из дома, сразу лечь и отдохнуть. Вот эти все моменты. Ставим плюсики. Нам организаторы сейчас поставят музыку. Сейчас я найду, как убрать. Ой. Сейчас найду, как убрать. Сейчас плюсик надо найти. Сейчас минуточку. В каждой комнате по-другому. Вот, все. Теперь можно на музыку. Закрываем глазки, расслабляемся. Самое главное, чтобы на сеансе у вас руки, ноги не были перекрещены. И 10 минут подарочной музыки сеанса.
Открываем глаза, дорогие любимые, и пишем чат, у кого какие ощущения. Пишем воду, какая у нас вода. Меня слышно? Пишем, описываем, какая вода, как она поменяла структуру. И еще раз всех приглашаю приобрести этот уникальный курс «Чистка рода», чтобы очистить и стать вот именно действовать. И раскрывается интуиция очень много. Уникальные возможности, когда мы стоим на обоих ногах твердо. Очень мощная сила становится за ним. Легче стало, да. Вот так идут сеансы. Потому что здесь... Как раз арман магические убирались блоки. Наполнение любовью. Сладкая вода Рима, да. Вода стала сладче. Она поменяла структуру. В вашем организме также поменяла вода. Зевата, вода мягкая, да. Она поменяла, она живая. Она живая. И вы можете ее заряжать уже, когда приведете курс. И прорабатывать. Только нужно трудиться, прорабатывать. Кто каждый день, кто через день, кто два раза в день. Единственное обострение – это как простудное выходит. Вот именно как простудное бывает, тело ломит, тут немножко выходят именно те блоки с болезнью, вот то старая энергия. Но благодарим болезнь, благодарим все. И когда у нас что-то болит, образ, вот как сделали в старину, образ здорового тела, здоровых органов, тогда становится легче. И когда у нас отношения не так с родителями, можно вот другой образ создавать. Наше внимание на хорошее, оно потом выставляется. Потому что бывают всевозможные вот, по-разному ситуации, мировоззрение родителя на другое. Оно другое и меняется. Чувство радости, любви к родителям. Ура, Лариса, ура, ура. Родители – это наша очень мощная связь с ними. Всегда у нас есть именно вот эта связь. И мы связаны с нашими детьми всегда, где бы ни были. Всегда вот мощная связь идет с родом, с родителями. Если она разорвана, то вот как раз нет связи с небом и землей. По ногам мурашки бегали, энергия хорошо проходила. Угу. Ну, энергия сейчас вот была, она как раз магическая убиралась. И важно, чтобы вот была энергия во всем, на что вы тратите. Потому что когда мы... У нас очищена, идет интуиция и изобилие раскрывается. Всегда в конце, вот на в курсах, 9-е или 8-е занятие, я открываю там энергию для раскрытия потоков, изобилие всегда в конце курса. Сначала следует хорошо почистить человека и в этом курсе, почистить, осознать, убрать блоки, которые, а в конце уже несколько раз смотрят люди именно, чтобы там открылся. Канал, который бывает закрыт по тем или иным причинам, вот именно денежный. Благодарю. Благостное наполнение энергии. Благодарю. Вот энергия, она такая должна быть. Я тоже благодарю организатора, благодарю вас. Потому что вам интересно, что вот знания есть кому дать, когда вы идете. Идет холод по ногам. Очень хорошо, Мария, я очень рада. Вот холод – это выход той негативной энергии. Сейчас я вас всех наполняю любовью, вот именно той энергией любви, которую нам приходил Иисус, давал. О, Иисус, Будда, они все вот с одного, они все давали, это Аллах, Он все, вот тоже всех, это один Бог, просто название другое, они все давали. Курс в записи, да, он в записи, Можно посмотреть и делать, и вода также заряжается. И все вот нам давали вот то, что мы, безусловно, любили, принимали. И у каждого из вас вот эта возможность есть, внутренняя сила, она раскрывается. Но нужно почистить этими волшебными энергиями. Если у нас, вот мы в депрессии где-то, да, вот если не почищено, то мы в болоте сидим. А энергии очищает, а сознание становится по-другому, другие энергии входят. Наше тело. Самое важное не допускать негативных мыслей, не осуждать никого, принимать как есть и на позитиве, и Вселенная выталкивает человека в хороший вариант, в хороший. Но когда мы осуждаем родителей, государство осуждаем, работодателей, мы сами себя кидаем в камни, мы сами себя. Все можно исправить, меняет мировоззрение, все меняется, абсолютно все. Очень много людей, которые поменяли с помощью курсов.
улучшились семьи, создали семьи и по-другому начали относиться к себе и к другим. Женщина, она очищает любой род, да. Женщина, да, очищает мужской род, да. Она очищает мужчину. И к женщинам то, что вот совет женщинам, когда мужчина вот приходит с работы раздраженный, лучше бы он, чтобы упражнение позанимался, чтобы эта отрицательная энергия не была скинута на женщину, а потом только интим. Это совет женщинам. Вот это тоже бывает моменты. Тогда меньше женщина болеет. А женщина, у женщины так организм, она очищает, восстанавливает все. Но и женщина дает успех мужчине, она дает успех, чтобы он был успешным, чтобы приносил финансы домой. Это от женщины энергии зависит. Женщины очень много зависит, как она вдохновляет, как она о нем думает. От этого тоже, это тема другого курса, но очень много зависит. Если у одной история была, что две женщины встретились и разговаривали об одном мужчине. Об одном мужчине одна говорила, что он глупец, тупец и скупой, а другая говорит, что он щедрый, богатый и талантливый, и другой ее вообще. Они говорили об одном мужчине, как мы думаем, а мужчина таким он становится. Но это вот наше мировоззрение, что вложили, все можно поменять. И когда у нас не очищена аура, это не просто сделать. Сегодня вы коснулись этим энергиям, очистили ауру, и это очень замечательно. Очень замечательно. Я благодарю организатора, благодарю всех вас. Удачи всем, процветания, гармонии, любви. Любите друг друга. Уважайте себя. Любите, творите свою новую реальность. Благодарите родителей за то, что они дали именно вам жизнь. Вот. Благодарите Матушку Землю и многое-многое другое. Благодарю всех. Благодарю.